Все, вперед. Сейчас я вам покажу. Сел, не надо садиться, встань. Когда, я тебе объясню, когда сидишь, то качается очень плохо. Старайся не сидеть. Ну, только в них так сидит. Так, хорошо. Что-то для меня так поставлено. Ты живой? Живой. Здесь ноги качаю. Сейчас, подожди. Не знаю, вам видишь или нет. Ты делаешь
получается 50, а я 51 делаю. Давай, посмотрим. А мы 52. Ну так как нет, вы первое делаете. Делайте, пока у вас руки не упадут. Считайте. Нет, только что. Старайся хотя бы чуть-чуть туда выпрямлять. Средний сервис. Вот. Сейчас буду. Так. Так. О. Ну. Дека. Давай. Три сделала. Так, два. Три. Давай. Пять. Шесть. Вот так. Сколько? Три. Вау. Два. Три. Два. Пока не будет. Пять, шесть,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, поправь. Еще. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1. Молодец, Сергей Анатольевич. Красавчик. Ай да пенсионер. Что правда, то правда. Ку-ку. Работаем. Дюсти муси. Так. Ты садилась в моей контакте? Есть. Да. Садись. Ногами упираешься в жопу. Руками бери. Вот, стащи тебя. И вот сюда, да. Можно убирать вот так, аккуратно. Давай. Весь Михайлов, попробуй. Вот, молодец. Красавчик, Сергей Анатольевич. Вы сейчас вот здесь вот делаете, сейчас то же самое делаете. То есть те же самые, не трогай, не трогай, да. Не трогай, тут вдруг надо, я туда подумаю. А он не до конца делает, грудь не касается. Поэтому штему за половинку. Или делай так же, как он. Вот, все. Вот. Стоп!
еще не изучала такое, а мы изучали. Значит, если перед тобой поставить пищу, да, сразу у тебя начинает выделяться желудочный сок. Что делает желудочный сок? Расщепляет. Сама по себе это соляная кислота. То есть если ты возьмешь вот то, что там выходит, и капнешь сюда, у тебя будет дырочка. Теперь смотри дальше. Когда выделяется, вот, когда попадает туда пища. А пища попадает, когда ты начинаешь работать сюда. То есть начинаешь работать. Ты берешь ложку, начинаешь работать. У тебя он выделяется тут. То есть и там у тебя желудок пустой, а сок выделяется. Он делает, он берет стык. О, и тогда получается газ. То есть тогда получается, что у тебя там как бы это маленький дырочек. Это, во-первых, может быть пища и перитонит быть, то есть это воспаление брюшной полости. Раз. Когда ты бывает так, что у тебя из шоу, то есть выходит желчная. Как неприятно, очень. Вот, от этого тоже может быть. То есть она не сразу, то есть ты зубачку съел, но и все, нет. Но если это постоянно-постоянно делать, то этому может и привести. Плюс вот это вот. Плюс это дает еще школу, стресс, да, ты вот с учителем поругалась, или получил плохую оценку, не хорошую, или плохую, или опоздал, или дома что-то взяли. И получается, да, все это дает, потом приходится постоянно лето, нет, не лето, а весна, осень, идет обострение. Нужно специальную пищу кушать, протертую картошку, парную котлету, то есть много чего нельзя. То есть пища уже идет не так. Поэтому можно кушать, но смысл. Хорошо, Матен, пойдемте, это еще не все, это только цветочки были у китайцев. Сейчас я вам сделаю отрыви, чоп-чоп. Да, сейчас Сергей Анатольевич вас замучит.